Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 2 ноября 2022 года. Давно я не показывала вам наших ягодок. А нам сегодня исполнилось 9 дней. И я вот хочу все рассмотреть, запечатлеть, как растут, изменяются наши ребята. Потому что я хочу из этих 4 шоколадных девочек выбрать себе одну подлёвушку, невесту. И очень-очень хочу, чтобы она получилась длинношерстная. Держим, дорогие друзья, кулачки, чтобы у нас получилась джиночка длинношерстная. Пока, как вы видите, ребята все практически одинаковые. Немножко они отличаются по размеру. Здесь явно две девочки покрупнее, одна поменьше. Так, в принципе, оно и было. Практически ничего не изменилось. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим еще раз внимательно на ребяточек наших. Ну что, как мы изменяемся? Вот это поменьше по размеру. У девочек почти никакой разницы в окрасе нет, кроме вот одной, как больше всего. Да, 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 грудка белая, пальчики, лапочки, кончики лапочек. И вот эта крошечная девчонка. Вот она такая была, ну очень милашная такая, ну вот миленькая, примиленькая, но малявочка. Лёва пришел к нам тут посмотреть. Вот, Лёва, мы тебе невесту выбираем, обрати внимание, да. Да, будущая невеста у тебя тут сидит, растет. Так, ну вот, две девочки самые крупные. Вот это самая-самая крупная девчонка. В идеале, конечно, я бы хотела... Ну, понятно, да, мне для разведения надо крупную, шоколадную, длинношерстную. И вот это ее будущий жених. Давайте выбирать ему невесту. Я выбрала пока джиночку, потому что она у нас самая... беленького много, на лапке, на груди. И вот здесь вот пятнышко, да. И очень-очень хочу, чтобы она у меня получилась длинношерстная. Ну что, что, что? Не нравится, не нравится. Ребят, я не уверена, вот в типе шерсти до 30 дней мы тут не разберемся, конечно. И вот один красавчик парень. Смотрите, как он меняет окрас. Камера его высветляет. Он уже становится вот здесь вот таким лиловым. И он такой блестящий у меня. И вот, кстати, у него почему-то, мне кажется, вот все-таки длинная шерсть. Уже вот сейчас как-то видно. Но моська шедевр. Вот, ребят, вот этот шедевр у нас уже, вот можно сказать, выбирайте, потому что больше парней, чем... Блё, Лёва! Чем сейчас тут у меня в доме живет, я себе позволить не могу. Иначе я бы себе, конечно, вот этого шикардосного парня оставила бы без разговоров. Все, тогда мы оставим деток в покое, пусть растут и развиваются дальше. Лев, я надеюсь, что у тебя будет невеста Джина, шоколадная, длинношерстная, как и ты. Я люблю шоколад с белым. Я выбирала Леву из помета. Все были шоколадки, и мама, папа шоколадки, длинношерстные, и мама, и папа. И я смотрела самого-самого, чтобы было больше белого. Но Лева, кстати, это единственный, кто был с каким-то белым, белой отметинкой на груди. Ее там мало. Вот у Мишуты у нас красиво. Но мне нравится. Кому что нравится. Кому-то нравится чисто шоколадные. Все, ребята мерзнут. Я их тогда пересаживаю в гнездышко. Увидимся с малышами чуть позже. Лева! Лева, вылези из домика. Да что это такое-то в детский домик лазить еще? Все, всем пока-пока и до новых встреч.